разминка на льду Словакии. Федерико Теста и Лукас Чоли. И именно в этой группе будут стартовать и бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 Александр Степанов и Иван Букин. Пока встречаем хозяев турнира. Федерико с Лукасом, пожалуй, наиболее опытные словацкие фигуристы. Они уже 5 лет катаются вместе и на европейском уровне уже имеют очень серьезное имя. В прошлом году впервые для себя оказались в десятке, были 8-ми. Катаются тут семейку Адамсов. Музыка, которая у нас по-прежнему ассоциируется с Ксенией Столбовой и Федором Климовым. Интересный какой рисунок. Не доезжает во второй половине вообще 10 метров до барьера. Короче, хорошая. Шагов. Который состоит из элементов и соединительных шагов. Это оценивается, конечно, судьями. Очень приятное впечатление. Очень приятное. Ну и публика, видите, естественно, она, они сделали очень симпатичную поддержку. Она была простая, но она была очень хорошо исполнена. Одну комбинацию твизлов вы видели, которые тоже были очень хорошо исполнены. Вообще они очень уверенно и так уверенно, эмоционально катаются в ногах. Тренируются у итальянских тренеров. Роберто Пелицоло, да, и Паоло, да, да. Мецадри. Паоло давненько мы не видели сегодня. И вот, вот она вывела словацких спортсменов, которые очень здорово откатали свой короткий танец. Вы знаете, вот мне понравилось, мне не понравилось, как они по рисунку разложили вальс. Первая тройка, куда она ушла. Вот, но что касается музыки, то они сделали изумительную музыку. И первую, и вторую серию, и мне кажется, что они получат хороший балл за
и первую, и вторую серию посмотрю, получит. Да? Четвертый уровень вот идет у них. Четвертый уровень, да, потому что сам тренер итальянский, он такой, знаете, технарь. Он, когда я уезжала, он всегда был с Барбарой, с Маурицио, и следил очень за технической стороной этого дела. А то мне кажется, что внутренний Мохок партнерши был очень хороший в первой половине. А вторую половину им тоже четвертый уровень ставят? Да, да, да. И по нему ставят четвертый уровень? И по нему ставят четвертый уровень. Ну, значит, вот так, так оно и есть. Потому что там вот была тройка, очень хорошо была сделана тройка партнерши. И наружная тройка партнера, когда шел Твизл. И второй. И мне показалось, что вторая дуга партнера не была как бы дотянута. Ну, может, до наружнего ребра. Совсем. Ну, просто отсюда такой рисунок. Ну вот вам результат. 62,24 балла. Довольны спортсмены, публика и.